Всех приветствую, друзья! Вы, как всегда, на канале Макс Иван. Сегодня я, средний футбол, буду играть вместе с Владом Бадабумом в FIFA на большом экране в кинотеатре. А про правила нашей игры вам подробнее расскажет Влад. А правила у нас будут следующие. Мы играем на наказание. После каждого пропущенного гола выносится поднос с едой. В одной тарелке будет острая еда, в другой нормальная. То есть что-нибудь сладкое, обычная еда, которую вы кушаете в кинотеатре, какой-нибудь попкорн, конфетки и тому подобное. Погнали! Да. Ну что, как оцениваешь свои шансы на победу? Ну, мне кажется, 100%, что я выиграю 100%. Сегодня. Но я сомневаюсь, конечно, в твоих силах. На самом деле. Let's go. Это все-таки Ливерпуль, пальцем не сделано, а поэтому. Реал Масива Мадрид. Так, Садио Мане, ну быстроноги, сейчас мы на фланге ворвемся. Оп, и в разрезик. А нет, здесь средний. Почти. А я смотрю, Леха, ты уже занервничал, да? Конечно, занервничал. Я знаю, что не хочу хавать острую еду. Слушай, я тоже не особо любитель острого, на самом деле. Ну, так. Опасная атака. Не. По себяшечку. Да! Подожди, на какой? На четвертой минуте ты уже все отлетаешь, Лёха. Стой, подожди, Лёха, не выбирай. Давай доверишься мне. Ну, давай. Давай. Хотя бы один раз, потом, если ты забьешь, я предоставлю. Давай на доверие сыграем, давай. На доверие, хорошо. Ну, раз ты мой друг, так... Давай, который ближе ко мне, не знаю почему-то. Ну давай, выбирай. От души твоего сердца, да? Да, души и сердца. Я уже... Что? Да! Это, по-моему, что-то острое. Я уже, знаешь, когда почувствовал, я беру крышку, она уже теплая. Ты слышишь? Вот чувствуешь этот запах просто? Блин, мне уже как что-то пахнет. Не, на самом деле какая-то... пахнет аппетитно. Честно, не знаю, я не знаю, что вот это вот белое такое. Ну что, давай. Добрый путь, как говорится. С Богом. Молитву я не буду зачитывать. Ну давай уже, ешь. Нормально. И сразу оценку, нормально? А ты попробуй там еще скушай что-нибудь, поковыряй. Давай. Насколько острое? Ну вот по 10-бальной шкале вот сколько оценишь? Блин, печет. Мне кажется, это сейчас продлится где-то около 2 часов, потому что Леха пока до конца не съест, он не остановится. Не, ну я не вижу потенциала в твоей атаке на самом деле. У меня очень хорошие защитники. Просто заблокировал. Сейчас мы в подкате сыграем немножко грубовато. Пошел, Бензема. Хороший мой. Нет. Нет, бей. Все нормально, отскочил. Сейчас пустим на фланг Салах на ускорение. По-моему, сейчас кто-то будет хавать. А, слабенький удар вышел, хотел понизу в дальний угол дать. Ой, вот это обрез, кто такие пасы дает в защите. Средний ты футбол. Нормально. Все, в аут, выходим, в аут, все. Ой. Ну! Так, сейчас попробуем разыграть. Ой, как вижу открытие. Блин! Ты уже принял позу киберспортсмена, а я сяду на расслабоне, я буду вот так вот играть. Куда мы лезем? Сюда! Нет! От перекладины! О! Есть! Смотри, через себя! Сюда! О-о-о-о-пам! Черный ящик в студию, как говорится. Давай. Так, я на самом деле вообще не переношу острую еду, даже что-то минимальное меня уже начинает полностью воротить. Поскольку Леха дал мне право выбрать, я передам право тебе теперь. Брат, знаешь? Вот я хочу, чтобы ты заодно попотился. Ну ладно, я тебя, конечно, люблю. Ты выбрал около себя, а я тоже хочу около себя выбрать. Так, ну давай. Так, это какой-то соус. Возьми соус остренький. Соус начо, вот. Берем, оп. Ну пока нормально. Они нормальные еще, то есть они остренькие, но не сильно, поэтому можно продолжать. 1-1, слушай, напряженка. Если быть дополнительное время пенальти, уф, это получается, нам на пенальти придется хавать. Нормально, ну, главное успеть. Главное, нет, выход вратаря. Что? Нормально, все хорошо, я сократил дистанцию. Ну ладно, это моя чистая ошибка сугубо была. Сейчас под Катю устрани, вот, все хорошо. Бей и выводи команду вперед! Я знаю, ты проголодался. Я сейчас покажу тебе цвета настоящие. Вот они. Ливерпуль. Многообещающий. Ну что ж, Алексей,
хорошо подумай, я тебе скажу так. Потому что, думаю, здесь максимально меня... что-то острое. Смотри, на это мне не везет. То есть я это брал, и я хочу, знаешь, уже... То есть моей стороне ты не доверяешь уже, я так понял. Нет, конечно, я уже себе буду доверять. Ну хорошо. Смотри, здесь мы уже брали, давай это попробуем. Ну давай попробуем. Что-то мне стрёмно уже. Опа! Вот это уже выглядит много... Стой, давай посмотрим, что здесь было, хотя бы ради интереса. О, конфетки, вот это мне по душе, вот это я понимаю. Ну что, давай. Ты еще станешь азиатом сразу. Я уже азиат, походу. Давай. Давай сразу вторую, на мужика чисто, на мужика. Сразу с лёта. О! Ну а третью на счастье, как говорится, сам понимаешь. Ой-ой, пошли финтюшки твои, да, вот эти вот. Пытаешься накрутить. Но! Куда? Куда выход? А-а-а! Сейчас пофинтимся. Опа, опа, оп, оп, оп. Оп. Куда, куда? Грубо сыграли, грубо. Минуты, чувак, 10 минут. Спокойно, спокойно! Спокойно, куда защитник отвалился? Переключайся! Куда, а, куда, а, куда, сюда, куда, а, куда, а, мои, а, защитники, а, развалились, а, просто? Сюда, брат! На какой? На 83-й! Реал Мадрид, брат! Ух. Не, я узнаю Реал Мадрид. На последних минутах они могут это исполнять. Я, ну, не знаю, что, как это я работает. Я хочу, чтобы тебе вынесли что-то похавать жестко и пожестче, чем у меня, чтобы это было, брат. Так, по-моему, в прошлый раз ты моей стороне не доверял, да? Но я думаю, тоже, знаешь, вот сомнительно. Так еще на меня посматриваешь, мне кажется, вот что-то он там уже наколдовал. Поэтому я доверюсь своей стороне все-таки. Нет, подожди. Так, у нас здесь какие-то макарошки, по-моему, что-то похоже на курицу, не знаю. Надеюсь, это не морепродукты, потому что я не люблю морепродукты, это просто ужас будет. Ну что, начинаем наш тест-драйв. Ну, пока нормально, типа. Ничего плохого не скажу. Глаз дергается. Я не подаю вида, но на самом деле... Ну, острит, но не так сильно. Сейчас распробуем побольше. Пошло вот такой жар, такой потел. Да, пошел такой жар. Немножко потеть начал. Короче, Владос, давай. Тот, кто сейчас проиграет в доп. Время у нас, тот будет есть. Ну, из всех этих блюд, как по мне, самый острый был это... Это суп. Это суп. Ну, я не знаю, он такой термоядерный, что у меня, ну, до сей поры попросил, чтобы за водой сходили. Слушай, давай, тот будет хавать этот суп. Я еще от лапши не отошел. Ну давай, хорошо. Все. Куда ты летишь? Поспешил. Так, ну что ж, сухая. Что ж, второй тайм дополнительного времени. Но в прошлом тайме особо не получилось создать каких-то моментов на самом деле. Тяжело что-то. Все, пенальти, дядя. Ну что ж, играем по-крупному, как и договаривались, на суп. А я не нажимал, кстати. Блин! Я не хочу есть этот суп. Хорошо, ну ты угадал. Так, сейчас надо отбивать, 100% отбивать. Развел. Ты что, мне в дупло целишься или куда? Опа, очки, аккуратненько так, аккуратненько. Ну что, дядя, готовься. Хорошо, не угадал. Я даже не глядя сейчас. Да, отбил? Мать. Отбил? Я даже не смотрел, что ты понял. Мне сейчас надо отбивать и еще 100% забивать. Но я не буду его хавать. Так. Сюда. Да. Блин. Ой. Что ты делаешь? Круто. Это как? У меня не то слово, какие нервишки. Блин! Да! Сейчас мне надо забивать, брат. Я в это не верю. Я так не хочу хавать этот суп. Просто... Давай! Да! Сюда! Это Реал Мадрид, брат. Блин. Сейчас пройдут на подиум, где им торжественно будет вручен кубок. Победа в Лиге чемпионов, блестящих в Ладно. На мужика чисто тест. Ну как, остро или нет? Я стараюсь, даже не прожёг. Это можно есть, я просто не понимаю.
Пацаны, я все, я походу уже все, коньки сейчас отвину. Хотите, но я больше не могу это есть. Ладно. Дай водички, пожалуйста. Я попей, брат. Ну что ж, вот и закончился наш матч. Было максимально жарко, блюда были максимально острые. Ну а если вы хотите взглянуть в финал, который скоро состоится на таком большущем экране, то переходите по ссылке в описании и участвуйте в розыгрыше от MaxLine.